Здравствуйте, с вами «Взрослые игры» и я, Марина Табейкина. И вновь про женско-мужские отношения. Несмотря на то, что тема эта очень-очень на сегодняшний день распространена, тем не менее люди продолжают совершать ошибки, продолжают горевать на эту тему, разрушать отношения. Некоторые так даже и не могут построить эти отношения. Поэтому давайте сегодня поговорим про законы сохранения отношений. Ну, в принципе, семьи. Просто на сегодняшний день даже гражданский брак уже кто-то называет просто отношениями, а кто-то семьей. Несомненно, это лишь моя авторская точка зрения по причине того, что я много работаю с парами. Каждый раз я говорю о том, что я горжусь, что у меня очень много мужчин, клиентов, которые приходят на индивидуальные консультации, которые стали чаще посещать проекты. Почему горжусь? Потому что, ну, мужчины не так часто доверяют специалистам. Они скорее будут болтыхаться, но решать свои проблемы самостоятельно. И поэтому, конечно же, это бесценный для меня опыт и огромное доверие. И именно по этой причине я имею достаточно много практического опыта, потому что я выслушиваю мужчин, я выслушиваю женщин, я выслушиваю пары, обращаю внимание на то, что больше всего раздражает людей, например, да, с тем или иным характером, от чего они больше страдают в отношениях, что для них является стрессом, что формирует у них доверие, что разрушает доверие. Ну и многие другие моменты, конечно же, я наблюдаю, анализирую и потом использую это для того, чтобы создавать какие-то программы и проводить какие-то мероприятия для развития людей. И моя передача на сегодняшний день тоже построена сугубо на моем опыте. Первый закон, про который я хотела бы проговорить. Он понравится мужчинам, но, наверное, не очень понравится женщинам. Мужчина не должен любить свою жену, свою женщину постоянно. Нет, не в смысле, что он должен любить какую-то другую. Но мужчина вообще, в принципе, не способен все время находиться в энергии любви. Ну что это такое, представляете, там вот он все время только делает, что чувствует любовь, 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 любовь. Господи, его разорвет. Мужчины, они все-таки практически направленные на что-то люди. Даже если он лежит на диване, да, это говорит о том, что у него нет мотивации, да, это говорит о том, что у него там слабый уровень энергии, да, у него нет каких-то знаний, каких-то навыков. Но даже в этом случае, к сожалению или к счастью, он не может все время гореть любовью к своей женщине. Именно по этой причине мужчины, когда начинают строить отношения, сначала они зажигаются своей женщиной. На протяжении жизни они периодически возвращаются к этому чувству. Это не говорит о том, что вот они построили отношения и больше не испытывают любовь. Они очень часто ее испытывают в каких-то легких ситуациях, отпуск, когда у них есть благодарность к любимой, когда есть какие-то переживания, да, на расстоянии. Но в большинстве своем, находясь здесь рядом, решая какие-то задачи, особенно если мужчина действительно деятель, и очень многого добивается, и стремится к какой-то конкретной своей цели, и способен много воплощать, и при этом обеспечивать свою семью, то фактически это человек, который, ну, процентов на 80, наверное, не находится вообще ни в каких эмоциях, которые связаны с отношениями. Мужчина так устроен, что для него в целом в жизни важно вообще иметь какую-то отдушину, то, что ему позволяет хоть как-то вдохновиться, потому что очень многие вещи, наоборот, забирают эмоции, и даже если это то, что ему доставляет удовольствие, но при этом требует напряжения, когда человек действительно какое-то свое дело развивает, все равно все эмоции уходят туда, и мужчина становится опустошенным. И поэтому, если у него нет рядом женщины, которая способна его вдохновлять, то, конечно же, он начинает отдаляться в отношениях, да, и заниматься чем угодно. От элементарных полезных вещей, когда они занимаются спортом, когда они ходят на охоту, когда они там ездят на сноубордах, до элементарно неприятных вещей, когда они сидят за компьютером целыми днями, если у них есть такая возможность, потому что у некоторых бизнес чередуется со свободным графиком, когда они используют какие-то времяпрепровождения, связанные с употреблением алкоголя, женщинами и так далее. И вот если женщины поймут, что мужчина не должен все время любить свою жену, то есть он не должен гореть этим чувством, потому что кто-то скажет: вы неправильно выражаетесь. Я правильно выражаюсь. То есть когда женщина все время ждет от мужчины ласковых слов,
горящего взгляда влюбленного, каких-то поступков. Она, к сожалению, будет все время разочарована, обижена, она будет подозревать его в чем-то и так далее. И своим поведением, своими истериками она просто будет его отталкивать. Если она будет понимать, что в какой-то момент, к сожалению, ее мужу, ее любимому просто не до нее по причине того, что он сейчас решает абсолютно другие задачи, как бы грустно и неприятно это не было, то здесь, как минимум, возможно, она выстроит свое правильное поведение и в своей жизни выберет не процесс страдания из-за того, что ее не любят, а процесс создания для себя какой-то счастливой жизни, да, поиска вдохновения как бы от чего-то того, что женщина действительно способна создавать, например, творчество. Именно в таких ситуациях пара становится более гармонична, потому что мужчина каждый раз начинает обращать внимание на то, как женщина его меняется. Если она действительно чувствует себя хорошо без него, в некоторых случаях с некоторым характером мужчина начинает даже ревновать. Неважно, что это к хобби. Я не претендую на то, чтобы управлять мужчинами. Просто говорю о том, что чем больше женщина как бы понимает, да, состояние своего мужа, чем меньше она от него ждет, тем больше она получит. Бывает и наоборот, но до определенного времени. То есть если человек любит свою женщину, если он действительно относится к такому характеру, когда он заботливый и готов где-то в чем-то подчиняться, то, конечно же, им можно управлять, им можно как бы каким-то образом, да, манипулировать, контролировать и так далее, добиваться своей цели. Но, опять же, говорю, до определенного периода. Если мы все-таки говорим о гармоничных отношениях, о длительном браке, вот, то здесь нужно понимать, мужчина заточен под другое, и женщина на сегодняшний день является тем солнышком, тем светилом в семье, благодаря которому как бы он все-таки возвращается в эту семью. Ну я не могу уже 40 смс-ок в день и 20 звонков. Это я ее завоевывал, сейчас все. Мне достаточно 5 смс-ок, 2 звонка. А ей хочется, чтобы все продолжалось. То есть ты уже начал тяготиться? Ну нет. Но через полгода, думаю, начну. О, я открыл второй закон всемирного тяготения. Чем сильнее ты добиваешься женщину, тем больше она тебя потом тяготит. Следующий закон сохранения отношений. Женщина абсолютно не обязана все время уважать своего мужчину. Тем более за прошлые поступки. Иногда бывают такие ситуации, когда мужчина начинает удивляться. А чего от него ждут? Он уже все сделал. Там, квартиру купил, там, денег дал в прошлый раз. Там, еще что-то там. С ребенком посидел неделю назад. На самом деле это не про то, что да, ты обязан все это делать. И это не про то, что женщина должна быть благодарной или неблагодарной. Просто вот тут в части женской психологии так устроена природа, что она готова быть солнышком для своего мужа только в тех случаях, действительно, когда есть кем восхищаться, кого уважать, кто постоянно совершает какие-то поступки, потому что уважаемы за поступки, да, и кто периодически действительно показывает: я мужчина в нашей семье, я главный. Это не говорит о том, что требуются какие-то сложные, серьезные действия. Иногда действительно достаточно того, что мужчина там, например, выбрал не собственное удовольствие, да, а помощь жене. Иногда это про то, что мужчина действительно вместо того, чтобы сказать жене: иди разбирайся в школу с детьми сама, пошел сам это делать, несмотря на то, что для него это не очень приятный процесс. Но когда мужчина ждет, что его будут уважать все время только потому, что он когда-то что-то сделал или вообще ничего не сделал, то это очень-очень разочаровывает женщину. На самом деле женщины любят не за красивые глаза. Несмотря на то, что, ну, в наше время, наверное, эстетика вышла на первое место, поэтому как бы процветает достаточно большой диапазон различных услуг, начиная от косметологии, заканчивая там операциями, там, ну, тренировки относятся все-таки уже к здоровому образу жизни, если в норме, да. Вот. И тем не менее, да, каждой женщине хочется, чтобы рядом с ней был привлекательный мужчина. Но, увы, если привлекательный мужчина не способен вызывать уважение, то постепенно женщина, как бы его ни любила, перестает его воспринимать. Она начинает им помыкать, она начинает его контролировать.
Она начинает раздражаться. Отсюда бывают тоже и измены, и разводы, и, к сожалению, куча всяких других неприятных ситуаций. И если женщине действительно придется где-то принять на протяжении длительного брака, что мужчина не всегда должен ее любить, потому что он, прожив это чувство, идет и начинает заниматься своими делами, то мужчине нужно принять, что женщина не обязана его постоянно уважать, что он действительно периодически должен показывать: «Я выносливее в нашей семье». И если он будет это делать, тогда, наверное, как бы его будет проще любить, тогда о нем будут хотеть заботиться, тогда его, возможно, будут действительно больше вдохновлять по причине того, что это достойный человек, и ты действительно боишься, да, такого человека потерять. Если же мужчина не понимает этого и требует от своей жены какой-то жертвенности, то в конечном счете они приходят к тому, что у них огромное количество взаимных обид, отсутствие уважения, хорошо, если сохранилось сексуальное влечение, ну и, в принципе, это два близких человека, которые проживают рядом, восполняя биологические потребности друг друга. И вот удивительно тогда, каким образом все-таки держится большинство пар, которые не развелись, поженились, даже если они живут в гражданском браке, тем не менее живут прочной, крепкой семьей. Ну, я все время реалистично на это смотрю и понимаю, что с возрастом люди иногда не разводятся не только потому, что они любят друг друга, но они реально понимают, что развод создаст много трудностей. Они просто не готовы к этому. И когда люди приходят ко мне, они искренне говорят о том, что я не знаю, как к этому отнесутся родственники, как к этому отнесутся дети. Я сама не уверен или не уверена, возможно, я потом об этом пожалею. Поэтому люди не говорят о том, что я не развожусь, потому что я люблю. Люди говорят: я люблю, поэтому я вышла замуж или я женился. А причиной развода является много различных неприятных проявлений. Но тем не менее, большинство из них нам знакомы. А вот причины, по которым люди не разводятся, я сейчас разберу. Вторая причина, на мой взгляд, почему люди не разводятся, это страх одиночества. Очень многие приходят к какому-то тупику, когда они прожили уже определенные кризисы, попробовали жить и раздельно, и в разных комнатах, и не разговаривая. Кто-то, скажем, даже не скрывал, например, да, что у него был какой-то роман на стороне. Потом все-таки эта семья объединилась, и они остались вместе. Основная причина банальна. Как бы человек понимает, что он не готов жить один, и при этом с возрастом понимает, что не каждого человека он готов к себе подпустить. Поэтому если в паре нет ненависти, а люди иногда просто приходят к тому, что они перестают быть интересны друг другу, да, но при этом нет такого, что они там прям ненавидят и раздражаются, то, в принципе, удерживает людей именно то, что он живет рядом с близким, родным человеком, даже если он не воспринимает этого человека как женщину или как мужчину. Конечно же, к причине неразводов можно отнести и детей, которых оба родителя любят и не хотят расставаться с ними, да. И, кстати, имущество, про которое тоже очень часто упоминают на тему того, что не хочется что-то делить. Но в большинстве своем, когда все-таки человек решился на развод, то он настолько становится эгоистичным в своем счастье, что ни дети, ни вещи его не останавливают. А вот такие глубинные моменты, связанные с тем, что он просто действительно не может принять решение, потому что за этим повлечет очень много изменений, и он не готов быть один, чтобы потом не пожалеть, вот это два аспекта, на которые каждый человек обращает внимание. Очень многое в такой паре можно изменить в плюс. Ну, конечно, если люди захотят. И как бы банально это ни звучало, то сексуальные отношения здесь на первом месте. Я все время, когда работаю с мужчиной или женщиной, я спрашиваю, что у них происходит, да, в спальне, что у них вообще происходит. Целуются ли эти люди вообще? Соприкасаются они друг с другом телесно, обнимаются? И если люди говорят о том, что они еще целуются, для меня это точно, ну, не все потеряно. Невозможно целовать человека, которому ты испытываешь дискомфорт. Если вы еще обнимаетесь, но однозначно у вас есть взаимное притяжение. И сексуальность здесь нужно воспринимать не как плотские утехи. Мы взрослые люди, в этом нет ничего плохого. А как какие-то отношения, которые позволяют почувствовать близость, искренность, душевность, важность того человека, который рядом, даже если у него не получилось в наших глазах полноценно стать мужчиной.
даже если у нее не получилось в наших глазах стать женщиной, которая как бы вдохновляет. Тем не менее, в данной ситуации сексуальные отношения в такой паре все-таки в большинстве своем компенсируют многие другие моменты, в том числе, к сожалению, и отсутствие полноценного уважения, когда человека не уважают, но и не унижают в силу, например, воспитанности характера. При этом, если вы способны понимать, что рядом человек, тело которого откликается, и вы действительно можете о нем заботиться и давать ему ощущение любви через тело, привлекательности, счастья, радости. Для этого на самом деле очень мало надо. Нужно просто быть периодически внимательным, да, и ну, совершать какие-то семейные ритуалы, от которых в большинстве своем с возрастом многие отказываются. Эти ритуалы у каждой семьи свои. У кого-то это семейные объятия и просмотр фильма, да, у кого-то это массаж по очереди друг другу. Ну и дальше как бы можно не продолжать. Но суть в том, что именно такие отношения в паре позволяют, несмотря на то, что нет, например, полноценного уважения, действительно сохранять радость, близость, безопасность и заинтересованность, да, скажем, в том, чтобы продолжать жить в этой семье с этим человеком. Ну что ж, про тачки вроде все ясно. А как насчет твоих женщин? Главное – это глаза. Ее глаза должны проникать в самую душу и видеть меня настоящего. Без шелухи. На 20% ангел, на 80% дьявол. И, конечно, есть люди, которые в этой ситуации опять возмутятся. Они скажут, зачем жить рядом с человеком, если ты понимаешь, что он тебя не любит? Удивительно, но почему-то иногда именно эти же люди и живут. Потому что, например, они не хотят признавать, что их не любят. Потому что они не понимают, что они находятся действительно в отношениях, которые их разрушают. Потому что они все время ждут, что что-то изменится, сами ничего не делают. Поэтому кто бы как бы не возмущался, но если мы в отношениях будем проявлять капельку заботы, просто потому что мы выбрали этого человека, и он с нами рядом, даже несмотря на то, что у нас полноценно не получилось, да, чувствовать удовлетворение в своей семье, в принципе, это в любом случае как бы будет помогать сохранять отношения. И последнее. Конечно же, в каждой семье есть конфликты, ссоры и негативные реакции. Хотя нет, не в каждой. Есть люди, которые вообще не разговаривают с друг с другом. Но это тоже негативные эмоции. И вот если человек, проживая даже с собственными детьми, даже с собственными родителями, все-таки научится понимать, что его негативные эмоции – это в первую очередь только его лишь личные реакции, когда он начнет понимать, что другой человек, возможно, на его месте или не реагировал, или реагировал бы по-другому, то это тоже снимет часть проблем с отношений и, возможно, даже позволит посмотреть на своего человека, которым ты рядом проживаешь, да, другими глазами. Ну, конечно, все то, что я рассказала, это абсолютно некомфортно. И иногда бывает, когда клиент приходит ко мне на консультацию, неважно, мужчина это или женщина, и я даю какую-то информацию, он не очень доволен, потому что ему бы хотелось, чтобы я поддержала концепцию его страданий о том, что муж или жена плохие, чтобы я помогла повлиять, научить, например, манипуляции. Вы знаете, на самом деле несложно. Манипуляций очень много, и любой грамотный специалист умеет это. Но другое дело, что на сегодняшний день даже тренинги про манипуляции уже ушли вдаль. Почему? Потому что ни одна семья не способна продержаться на том, что один человек управляет другим. Когда кто-то находится в подчинении, это все время приводит к краху. Этот человек или начинает изменять для того, чтобы компенсировать свою самооценку, или, в принципе, через какое-то время уходит. Именно по этой причине я говорю реалистичные вещи, к которым можно прийти, развиваясь, анализируем, понимаем что-то, развиваясь за счет того, что меняя свой характер, развиваясь за счет того, что разбираться в характере других людей. И когда человек встает
на эту дорогу, в принципе, у него уже очень многое постепенно меняется. И люди очень удивляются, почему они раньше это не сделали. Но на самом деле нужно быть готовым к тому, чтобы действительно захотеть хорошо жить. Чаще всего люди хотят просто, чтобы у них не было проблем. Но они не стремятся к хорошей жизни, потому что для этого тоже нужно делать усилия. В первую очередь преодолевать себя, убирать свой эгоизм, да, принимать какие-то вещи в отношении себя от других людей. А это все крайне неприятно. Хочется легкости, хочется счастья, хочется комфорта, хочется все это вот по одному щелчку. Жаль, но так не бывает. Или бывает только какое-то определенное количество времени, когда встретились два человека с похожими ценностями, влюбились, действительно шагают нога в ногу и какой-то период своей жизни, да, не проживая кризисы, способны быть поддержкой и опорой друг другу. Но в любой семье наступают кризисы, и тут нужно тогда смотреть, что же все-таки произошло, что нужно поменять, каким образом нужно поменяться самому. Ну и, конечно же, понимать, чем бережнее мы относимся к тому, кто с нами рядом, тем прочнее наша семья. Ну а если мы считаем, что в принципе нам все равно, разрушится она или нет, то нужно просто принять ответственность за то, что когда произойдет катастрофа, вы, в принципе, все для этого сделали сами. И тогда не будет больно, правда. Тогда просто будет, ну, может быть, пустота, разочарование, обновление. И потом, возможно, вы сможете построить что-то другое уже на этом опыте, уже больше, скажем, придавая ценности семье, партнеру, как бы, и больше придавая ценности тому, какой вклад вы должны сами внести. Ну а на этом наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале Arctic TV, на сайте Arctic TV огромное количество рассмотренных нами тем. И я думаю, что их можно использовать для того, чтобы попробовать разбираться в людях. Ну а на сайт tabekina.ru можно присылать свои вопросы и пожелания.